Не желаете сфотографироваться с историческими персонажами? Желаем. Танюш, вы не против? Евгений Александрович, я вот этих исторических персонажей не узнаю. Просто ряженые артисты какие-то, и все. Позвольте представиться. Джакомо Казанова. Анриетта. Я вас таким и представлял. Очень приятно, вы не поверите. Мы о вас вот целый день разговариваем. Это судьба, судьба. Ну, во-первых, не мы, а вы целый день разговариваете о Казанове. А во-вторых, мне кажется, лучше сфоткаться, ну не знаю, там, ну с Дарт Вейдером или доктором Хаусом, например. Ерунда. Давайте, пожалуйста. Угу. Вот немножечко левее, вот сюда. Назад, за спиночку. Сюда, да? А вы, прошу вас, под это плечо. Композицию назовем... Новая жертва Казановы. Взгляд, естественно, налево, пожалуйста. Он собирается бросить вас ради молодой студентки, поэтому так, вы знаете, надменно пламенный взгляд. Это было самое худшее свидание в моей жизни, Евгений Александрович. Танечка, пойдемте скорее греться. Пойдем. Давайте руку. Я с вами никогда больше никуда не пойду. Ну что вы... Руки! Ой, ну с кем не бывает. Евгений Александрович, да отстаньте от меня. Танюш. Так. И куда тебе нужно на этот раз? А что, я не могу просто... Наташа, мы теряем время или ты никуда не спешишь? Ну, вообще-то спешу. Mm-hmm. Сашка на концерт позвала, а там начало... Mm-hmm, я все поняла, хорошо. Беги. Что, подстрахую, правда? Да. Ну, спасибо, Мартуль. Да, только конфеты забери, мне нельзя. Помада, извини. Mm-hmm. Пока. Пока-пока. Ну, давайте. Отпрашивайтесь уже. Да мы с мужем в ресторан хотели. Алло. Марта, привет. Угу. Чем занята? Да, ну так. Мы хотим сейчас с девочками по магазинам пройтись. Понятно. Сидишь за столом и ешь свой салат. Девчонки твои, поди, разбежались? И оставь ты глобус в покое. Ой, неужели ты думаешь, что я за тобой подглядываю? Я просто слишком хорошо тебя знаю. В общем так, когда закончишь, бегом ко мне. У меня для тебя сюрприз. Какой сюрприз? Сюрприз. Зачем ты его приволокла? Я не приволокла, он сам зашел. К родителям приехал. Каждый собирается вернуться. На ловца и зверь бежит. Слава, смотрите, кто пришел! Марта, ты все такая же непосредственная. Привет. Привет.
Уж Герман близится, а полночи все нет. Может, Евгений Александрович заболел? Я утром его видела, значит, занятие точно будет. Тебе-то это занятие зачем, Беляева? Ты же и так все знаешь. Новая трубка. Дай заценить. Потом. Добрый день. Ой, да сидите, сидите. Извините, что задержался, у нас уволилась завкафедрой, так что... Вы замените? Ну, думаю, нет. Скорее всего, назначит профессора Кочеткова. Чего это? Николай Владимирович, прекрасный специалист. А вот вы пока еще нет. Так что давайте это исправлять. Что есть, то есть. Да. Так, что у нас сегодня? Европа эпохи просвещения. Интересно. Так, давайте тогда в конце пар устроим философский спарринг. Не против? Давайте так, начиная от Маши и левее, все будут представлять консервативные взгляды на обычаи и мораль в Европе начала 18 века. А вот начиная с нашей дорогой Иры и правее, все будут бравыми ребятами, революционными философами, ратующими за рационализм и свободомыслие. Согласны? Но давайте сначала, ребята, познакомимся. И запомним потрясающего парня. Джакомо Казанова. Родился в Венеции в каком году? 1725. Ира молодец, а остальные не очень. Казанова четко уловил границы между этими двумя лагерями и очень успешно использовал их в своих целях. До свидания. И что? Хороший парень, чем он тебе не понравился? Я тут решила вашу с братом комнату в спальню переделать. Все равно вы отдельно живете. Бросили мать. Мам, как тебе не стыдно? Ты же сама хотела. У тебя тогда этот был. Крокодил этот, Леонидыч, и ты... Так, все. Кто старое помянет, тому глаз вон. Дай бог здоровья Аркадию Леонидовичу и жене его, о которой он забыл меня предупредить. Ну так что? Ты не против насчет спальни? И никто не мог понять, как может существовать тесная связь между тремя уважаемыми людьми и мной. Они такие возвышенные, а я такой приземленный. Они такие строгие в своей морали, а я такой распутный. Какая из идей просвещения помогла Казанове добиться пожизненного покровительство очень уважаемого сенатора? Вопрос на миллион, дамы и господа. Я не знаю, Евгений Александрович. Но, может быть, за него попросила какая-нибудь очередная богатая любовница? Вот! Совершенно не то. Нет. Это могла предположить твоя потрясающая соседка. Она же консерватор, а ты? Ты революционный философ. Ну уже очнись! Друзья? Казанова вылечил Джованни Брагадино от лихорадки при помощи здоровой пищи и отдыха, в то время как доктора старой школы пытались лечить его ртутной мазью, и она едва не убила больного. Совершенно верно. Походу, она знает не только учебник, но и всю библиотеку. Да, и это совсем неплохо, Иванов, совсем неплохо. А вот ты что можешь сказать в защиту консерваторов? 3, 2, 1, ответ! Согласен, ну я согласен, да-да, ну да. Кофе Лувак. Самый дорогой кофе на планете.
плоды этого кофе поедают зверьки, после чего они их... Давай вот, пожалуйста, без подробностей. Просто свари. Как все прошло? Классно. Мне показали, что я полный неудачник. И я больше на свидания не пойду, тем более со студентками. Чушь. Ага. Это как спорт. Здесь важно количество подходов. Ой. Понимаешь? Так мы твою самооценку не поднимем. Это процесс. Да какой процесс? У нее был процесс. Она все организовала. Где, когда, во сколько? Приди, возьми, а я... Идиот. Слушай, а это Марта сделала новую куклу или мне кажется? Новая. Угу. Потрясающе. Когда она все успевает? Ой, я тебя умоляю. Никуда не ходит, вот и успевает. А-а-а. Молодая, красивая девчонка. Вечерами сидит дома и шьет кукол. Это нормально? А что? Ты мыслишь штампами. Какая разница, что она сидит дома? Или что она молодая, если у нее талант? Она, между прочим, могла бы их продавать. И очень задорого. Вот, что можно продавать очень дорого. Ой, дело не в деньгах. О, Марта! Марта, привет! Привет! Я вот смотрю на твою новую куклу, прям очень здорово. Спасибо тебе большое. А чего это за коробка? Это... Да, мама попросила всякий хлам разобрать. Ничего себе, хлам. Там вообще ничего интересного. А чего ты у мамы делала? У мамы? Ой, у мамы я улыбалась вежливо, у меня даже щеки заболели. Она домой Славку Михайлову притащила, устроила вечер воспоминаний. Ой, вообще, такой ужас был. Слава. Поклонник Марты. Да, бегал за ней с 5-го по 10-й класс, ага. Но дама осталась непреклонна. Ну да, а потом он уехал на заработок. Я его больше не видел никогда. Вот сейчас вернулся, к маме нагрянул. А у них всегда было взаимопонимание с мамой. Кстати, хороший парень. Могли бы сходить куда-нибудь вместе. Он не приглашал? Конечно, приглашал. Да. Что? Если хороший парень, то почему бы куда-то с ним не сходить? Да. Действительно, почему бы от нее не сходить-то? Да. И схожу, пожалуй. Ладно. А я прямо сейчас и позвоню. Алло, Слава, а я насчет встречи. А что это с ней? А? Ну чё, какую? Так выбирай сам, тебе ж не встречаться. Я просто помогу познакомиться. А чё, прям любую сможешь хмурить? Конечно. А Беляеву тоже сможешь? Естественно. Признайся, что тебе не по зубам. Не нашелся еще тот чел, который сможет ее разморозить. 3 дня она моя. Спорим? А если проиграешь? Тогда мобила твоя. Но учти, если ты проиграешь, ты выполнишь любое мое желание. Все, я пошел. Привет. Ой, привет. Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. Николай Петрович, я вас по голосу узнал. Я вам звонил позавчера по поводу тура, а вы мне предложение прислали. Алексей Иванович. Так точно. Здрасте, здрасте, рад вас видеть. Ну что, решились наконец? Ну что, другой жизни-то не будет. Ну, в другой жизни. Вам за такие небольшие деньги тур-то и не продадут. Вот, присаживайтесь. Отдаю вас Марте, наш лучший сотрудник. Ну что же, рад, что вы выбрали нас. Наша компания самая лучшая, да, девочки? Да, конечно. Пойдем-ка, Николай, я тебе объясню. Я тебе что хотел сказать-то. Элиста — это не столица Македонии. Ты можешь это понять? Вот этот. Вот и паспорта. Угу. Отель Палладия, первая линия, 5 звезд, all inclusive. Верно? Ваш начальник очень хвалил этот отель. Угу. Я впервые за границу. Очень не хотелось бы разочароваться. И потом, очень хотелось бы удивить мою
подругу. А ваш шеф сказал, что я могу расплатиться кредиткой. Кредиткой, да, можете. Угу. Впервые в жизни в кредит лез, представляете? Вы кредит на тур берете? Да, слушай, весело рассказываешь. Ты что весело рассказываешь? Ну что, трудно кнопку нажать, позвонить, пожалуйста. Парень, стой, дай велик прокатиться. Да, потом ищи тебя. Ладно, тогда продай. На часы поменять могу. На часы? Да ты хоть знаешь, сколько они стоят? Ну нет, так нет. Ну ладно, хорошо, черт с тобой, держи. Держи, держи, все, давай, давай. Ничего себе. Заявление. Прошу уволить меня по собственным желаниям. Это что, шутка? Нет, это не шутка. С чего? Полчаса назад все было нормально. Все равно уволите. Потому что я только что отправила клиента конкурентам. Зачем? Потому что вы посоветовали этому клиенту слишком дорогой тур. А ему нужны бюджетные 3 звезды, но чистые. Марта, радость моя. Понимаешь ли, наша компания продает дорогие туры и задорого. Что, для тебя это новость? Нет, для меня это не новость. Но этому пенсионеру элитный тур не нужен. Он просто не знал, что можно купить хороший дешевле. Значит, на будущее свою честность храни при себе. Хорошо? А следующего раза не будет. Стой! Я сказал, стой! Вернись! Я сказал, вернись! Может, жду тебя через 15 минут! Здесь! А я думала, ты только на папином джипе можешь! Да я лучше тебя катаюсь! Да ладно! Давай посмотрим! Давай! Антон! Антон, ты чего? Антон! Ну помогите! Помогите кто-нибудь! Может, вместо того, чтобы орать, сходим куда-нибудь выпьем кофейку? Да ты дурак, что ли? Ну я же испугалась, правда. Да ты чего, Ир? Беляева! Так, опять опаздывают. Привет. Ну, а где Светлана Георгиевна? Я не знаю, кого мама хочет видеть заведующим кафедрой. Да я не хотел об этом спрашивать. Просто целый день все об этом спрашивают. Я не хотел, Ви. Так, давай. Не хочешь, не говори. Даже признавайтесь, кого мама хочет назначить заведующим. Что ж такое? Сергеевича почему нет? Антонина Лукинишна, а, да, завкафедрой – это выборная должность. Мама не может назначить, она может только рекомендовать. Дашенька, я ничего такого не сказала. Просто, ну, в смысле того, что приказ-то все равно мама ваша будет подписывать. Итак, все, мы начинаем. Поскольку Надежда Денисовна ушла на пенсию, нам нужен новый руководитель кафедры зарубежной истории. Предлагаю кандидатуру доктора исторических наук профессора Кочеткова. Николай Владимирович, прошу вас. Спасибо, благодарю. Коллеги, друзья, 35 лет назад я вошел в стены этого института еще совсем студентом. А я думала, Женечку назначить. Я прошел длинный путь. Да ты с чего это вдруг? На многих должностях. Ты так удивляешься? От простого лаборанта и до профессора. И готов продолжить этот тернистый путь в новый. Ты же отличный препод. Очень. Ну, я маме об этом как-то говорила, но... У меня много... Да она просто знает, что я самый большой неудачник. Организации Даша. Нашей кафедры... Ну. Мужику 30 лет. Спасибо. Он пошел на свидание со студенткой. И всю дорогу говорил об истории. Но это клиник, правда, ребят. Ему поговорить со мной не о чем. А вы знаете, какие Казанова писал стихи? Ну какая мне разница, какие Казанова писал стихи? Лучше бы чему-нибудь другому у Казанова поучился. Ну я же не виноват, что я не знаю, как с вами... В смысле, со всеми женщинами общаться.
Я просто о вас ничего не знаю. Ну, что-то вы должны о нас все-таки знать. Нет, ну, конечно, я знаю, что вы там любите цветы, конфеты, подарки. Я очень люблю дарить все это, но некому. А можно еще, пожалуйста, красненького? Хотя лучше водки. Привет. Привет. Прелесть. Извините. Спасибо большое. Купить тебе? Нет, что-то не надо. Наконец-то. Ты первая женщина, которая так относится к цветам. Я сам их терпеть не могу. Какой смысл платить за то, что через два дня ты выкинешь на помойку, правда? Ну да, да. Мне важно, чтобы женщина была умная, чтобы было о чем поговорить. Спасибо. Красота ведь не главное, просто, не знаю, всегда приятно, когда женщина рядом с тобой шикарная. Не знаю, вам виднее. Конечно, виднее. А можно еще 50? Ну, в конце концов, она умоталась с ним во Францию. Mm. Вот тогда я и решил, что больше я со слишком красивой женщиной не связываюсь. Слишком хлопотно. Да и вообще, с возрастом понимаешь, что красота не главное. Что такое? Все нормально. А главное, женственность, порядочность и надежность. Ну, будет у меня жена красотка. Что толку-то, если она борщ варить не умеет? Вот ты-то умеешь варить борщ, правда? Да плевать мне, как она там убирает, гладит, стирает. Плевать. Потому что я себе ищу не стирательно-убирательно-гладительную машину, а женщину. Любимую. Понимаешь, любимую. А еще у нее был вечный кавардак. Вот моя мама и никогда из дома не выйдет, пока весь пол не выдрает. Да и вообще, по женщине всегда можно понять, хорошая она хозяйка, либо нет. Да, с твоей мамой вряд ли кто-нибудь сравнится. Точно. А как, кстати, она поживает? Да ничего, жива, здорова. Женить меня хочет все. А я говорю, мама, я никогда не женюсь, пока не встречу такую же, как ты. Все. Стоп. Пора домой. Сколько получилось? А что так мало? Последние 3 стопки за счет заведения. А, неплохо. Хозяин распорядился, у него день рождения. Ой, спасибо тебе. Слушай, так может за хозяина? Там, ну, выпить. А, ну да, я уже рассчитался. Спасибо. Пожалуйста. Тебя проводить? Нет, я сама дойду одна. Хочу еще погулять. Хорошо. Ну ладно. У меня дежавю. Ты всегда удивляешься, когда я тебя целую после свидания. Это было свиданием? Это не было свиданием. Ни тогда, ни сейчас. Ты знаешь, у меня полное ощущение, что побывал на собеседовании, которое я провалила. А потому что у меня средний борщ, и я не навожу блеска дома перед выходом, а? Я говорю, что нужно обязательно. Говорит, сходить туда? Конечно, сходите. Ну ладно. Вот и иди.
Вставай, полуношник. Где ж ты так набрался? Проблемы в личной жизни? Здрасте. Вот что я тебе скажу. Нет такой честной женщины с непорочным сердцем, какую не смог бы завоевать мужчина. Пользуюсь ее благодарностью. Это слова Казанова, извините. Точно. Это моя фраза. Джакомо, рад знакомству. Типа вы Казанова. Вроде того. Я вас таким представлял. А я вас таким. Да я с вас... По вас. С вас, по вам, вам, вас, писал. Вам, вам, вас, я знаю. Кандидатскую писал. Много, конечно, вранья. Не скрою, много, но в целом ничего. Откуда вы все? Ну, чего ты удивляешься? Я же не спрашиваю, откуда ты столько про меня знаешь. Он 300 страниц накропал. Штрихи к истинному портрету Джакомо Казановы. Касаткин Евгений. Так это вы за мной следите? С чего ты взял? На вот. Держи. С этой сережкой ты станешь неотразим. Не то, что сейчас. Станешь таким, как я некогда. С ней ты сможешь завоевать любую женщину. Любую. Стоит лишь бросить на нее взгляд. И так будет до тех пор, пока ты не встретишь ту единственную, которая не видит. Не видит в смысле слепая? Скорее наоборот. Сам поймешь. Я тебя в зеркало смотрел сегодня? Да, в том-то и дело, что смотрел. Ты чего на меня так странно глядишь? А ты типа ничего не видишь? Если ты про пасту, то я с этого и начал. Да какая паста? Ну вот же. Что, ухо? Доброго дня. И вам. Иди сюда. Ты чего, издеваешься? Не замечаешь ничего? Там серьга есть, здесь. Там серьга есть.
и здесь серьги нет. Это что, фокус такой, что ли? Ты что, правда видишь только в отражении? Да. Казанова был настоящий. Кто? Настоящий Казанова. Казанова? Настоящий Казанова. Дима, слушай, ты веришь в привидения? Просто мне Казанова подарил сережку, вот это, и я теперь с ней супермен. Дима. Женечка, давай мы с тобой об этом на переменке поговорим, хорошо? А пока ты об этом никому, кроме меня. Так, а как же я тебе? Пойдем. Я как супермен. Пойдем. Номерочек возьму. Ты понимаешь? Понимаешь? А потом на меня начали все обращать внимание. Подруги в университет. Все девушки на меня просто смотрят. Я тебе говорю, мне пишут какие-то любовные гадости. Вот можешь почитать. Смотри. Евгений Александрович, здравствуйте. Я вот подумала, может быть, мы кофе пойдем, сходим, попьем куда-нибудь. Так, Свиридова, ты свой шанс уже упустила. Иди учи французский, спрашивать буду по полной строгости. Свиридова, иди, пожалуйста, у нас серьезный разговор. Угу. Что? Ты что, не видишь? Здравствуйте, Евгений Александрович. Здорово. Сережка работает. Да. Вот. Ну, как тебе? Ну так, ничего. Только, по-моему, это не твой размер. Конечно, не мой. А вот тебе будет в самый раз. Да еще вот с этими брюками. Мам, остановись. Мам, зачем ты мне принесла одежду, которая мне не нужна? Как не нужна? Посмотри на себя, как ты выглядишь. Я нормально выгляжу. Я выгляжу так, как считаю нужным. Мы с тобой 1000 раз это обсуждали, мам. Тебе пора пересмотреть свои взгляды на одежду. Тебя бросил мужчина. Какой мужчина, мам? Господи, с чего ты это взяла? Я видела Славика. Он сказал, что у вас ничего не получится. И ты решила, что он меня бросил? Ну, а как же еще? Это я его бросила, мам. Погоди, умный, успешный, симпатичный, много зарабатывает, работает в банке. И ты его бросила? Значит, твои проблемы намного серьезнее, чем я предполагала. Скажи, а то, что я могу быть влюблена в другого мужчину, ты вообще это не рассматриваешь, да? А где он? Что-то его не наблюдается. У меня нет настроения разговаривать. Я пойду в кино. Я надеюсь, не одна? Это невероятно. Евгений Александрович, минуту. Евгений Александрович. Женя. Вы прекрасно выглядите. А что вы хотели? Евгений Александрович, я... Елена Михайловна, мы спешим. Извините. Я... А Казанова ничего не говорил про побочные эффекты. Эти побочные эффекты могут быть весьма кстати. Да, да ну тебя! Ой. Слушай, а можешь на ту глянуть? Евгений Александрович, вас подвезти? Конечно, подвезти. Нет, нас не подвезти. Простите, нам в другую сторону совершенно. И мы, в смысле, мы в следующий раз. Спасибо. Пойдем. Как тебе не стыдно? Это тебе должно быть стыдно. За что? Ты посмотри на себя. А-а-а. Судьба повернулась к тебе лицом, одаривает своей благосклонностью. А выглядишь ты как последний клошар. Вообще это миф, что девушкам нравятся умные. Девушкам нравятся животные. А в животных главное что? Шерсть. Гладкая, шелковистая шерсть. Что, как вот это, что ли?
Нет, с такой шерстью ты будешь похож на зайку. А у нас другие цели. Надо метить выше. Метить в переносном смысле. Ой, я тебя прошу. Ой, секунду, подожди, я сюда зайти хотел. Здравствуйте. Здравствуйте. А можно у вас визитку попросить? Да, конечно. У меня просто подруга, она куклы делает. Mm-hmm. Я хотел... Ой, вот, спасибо, пожалуйста. Да, много говорю. Все, пойдем. Да. Конечно, с такой походкой все наши покупки бессмысленность. Чего это? Ну, потому что это не походка. Ты ходишь, как будто бы извиняешься. Извините, мол, я пройду, и больше мы никогда в жизни не увидимся. А что? Тю. Какой хороший. Знаешь что? Что? Дим, ты куда? Ты куда? Чего? Не нужна тебе моя наука. Да как не нужна? Очень нужна. Дим, ты что, я... Я хочу быть животным! Простите, я не в этом смысле, просто... Прости, Дим, правда, мне очень нужна твоя помощь. Я хочу уметь знакомиться с девушками. Хочу, чтобы меня любили. Привет. 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 Ты откуда? Я из кинотеатра. Мама настроение испортила. Mm. Вот решила сходить на эту волшебную любовь. Любовь. А как ты догадался? Да я просто сам хотел сходить. Ты... Правда? Не рассказывай. Или нет, расскажи. Или нет, не надо. Как дела с работой? Нашла? С работой? Вообще никак. Одни отказы. Как за квартиру платить, не знаю. Ну, не волнуйся. Как-нибудь выкрутимся, что-нибудь придумаем. Ребят, ну вы чего? Я могу одолжить. Ну, немного, но... Могу? Ну... Спасибо, конечно, тебе, Жень, но это же не решение проблемы. Mm. Ну да, работа нужна постоянная. Может, кукол продавать? Как Жень советовал. А вот, видишь, не зря заходил. Я просто визитку взял в магазине, давно хотел. Они берут разные вещи наверняка на реализацию. Ты обратись. Ты чудо, Жень. Нет, я животное. Вы домой сейчас? Нет, я буду поздно. У нас особая миссия. Мы ищем образ, который сразит любую красотку наповал. А что, сейчас с его образом не так? Не слушай ее. Ты выглядишь как... Кстати, ты могла бы себе тоже что-то прикупить. А то выглядишь как... Извини, люблю тебя. Все, пошли делать из тебя Дэнди. Да. Пока. Пока, извини. Рано или поздно вы доходите до точки. И тогда вы понимаете, что вся ваша жизнь... Полная ерунда. Что вся ваша жизнь вас не устраивает. И что вам срочно нужно... Изменить свою жизнь. Изменить свою жизнь. И тут у вас два пути. Либо поменять работу, окружение, либо набраться смелости... И признаться ему во всем. И обратиться к пластическому хирургу. Клиника пластической хирургии «Пигмалион Плюс». Но ты, пожалуйста, не думай, что я такие интимные подробности всем рассказываю. Просто я тебя, когда увидела, поняла, что ты особенный, понимаешь? Я сразу это почувствовала. Ты не такой, как все. Я тебя, может быть, всю жизнь ждала. И вообще, а может быть, давай поженимся, а? Да я... Стой, подожди, ничего не говори. Давай я тебе завтра позвоню, и ты сам мне все скажешь. Хорошо? Ну, не хочу быть навязчивой, понимаешь? А я сама всего добилась. Поэтому с какой-то стати я должна терпеть в своем доме неудачника. Я перезвоню. А, так вот, когда я увидела тебя, то сразу поняла, что ты хозяин жизни, и мир принадлежит тебе. Он ведь принадлежит? Да или нет? Я никогда не позволяла мужчине быть сверху. Во всех смыслах. Людям давно пора понять, что женщина совершеннее мужчины. Британские ученые доказали. Ты первый, кому я готова уступить. Ой, мне не срочно. Он был чуть-чуть похож на тебя. Такой же красавец. Но вечно задерживался на работе. И постоянно, буквально все время, глазил на других девиц. Куда ты смотришь? Смотри на меня.
мой друг. Ему срочно нужна помощь. Жаль, что так не вовремя. Жень. Женя. Тебе это может показаться странным. Жень, а почему мы с тобой до сих пор не вместе? А? Ой, какой-то кошмар. Кошмар. Я думал, это будет волшебно. Какая-то сказка, а это кошмар. Перестань. Ты просто не вошел во вкус. Сейчас мы найдем тебе девушку. Ой, нет, все, с меня на сегодня хватит. Ой. Все-таки магия – это несправедливая штука. Да. Ты ничего не делаешь, а они все готовы ради тебя ехать на край света. Ну… А на меня никто не взглянул. Ой. За весь вечер. Ну, перестань, это неправда. Я сейчас. Ты куда? Исправлять ситуацию. Че? Une fois, une seule, il m'a blé douce femme. À mon bras, votre bras poli s'appuya. Sur le fond ténébreux de mon âme, ce souvenir n'est point poli. Вы настолько прекрасны, что когда я вас увидел, я сразу сочинил эти строки. О чем же они? О ваших руках. Оригинально. Как вас зовут? Ну, очевидно, Бодлер. Так значит, слухи о вашей смерти несколько преувеличены? Замечательная новость. Что она имеет в виду? Она имеет в виду, что эти строки принадлежат великому французскому поэту Бодлеру, который давно умер. А я вам просто дурю голову. Придурок. Ага. Прекрасные дела, дорогой. Подожди. Я смотрю, ты хорошо проводишь время. Заводись. Я не заводись. Женька. Женька. А? Я, кажется, влюбился. Я, кажется, тоже.